перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну как дела? Рассказывайте! А чё нихуя не... Чё как дела? Я нормально, пруф, центр на арму. Будем там сейчас снимать видосы прикольные. Весна в Москве так круто, ездить стало легче. Никто не тупит на дорогах. Да, и было очень круто. Снимали новую тачку, жили в классной хате, на Кате, прямо у пляжа. Ну, конечно, натурально. Короче, скоро еду на студийку писать новый материал. Лечу, точнее, на студийку. Будем делать новый материал. Не сказать, чтобы с учетом всех пожеланий там. Ну, как бы новый, старый. Харькову привет. Здорово, чуваки. Да, люди, вот есть такое предложение, не писать хуйню, нормальное же. Уж за всякую чушь писать не стоит. Слушайте трек, какой охуевший просто. Не, больше нету, не курю уже долго. Я в Москве. Трек очень охуительный. Вот я наслушаюсь его, а потом скину. Слушайте. Нет. Насчет нового материала. Вы поймите, что как бы это не стол заказов русского радио. И в любом случае пожелания не учитываются. То есть мы как чувствуем, так и пишем. Макс где? Макс в Дубае. Макс же шейх, он в Дубае. Как тебе живется с такими маленькими руками? Было же предложение хуйню не писать. Охуительно живется. Если надо, эти руки тебе по ебальнику дадут. Казани, салам. Исямасис. Что там еще? Привет. Хай. Конечно, Илья, я тебя помню. Ты что, не помнишь, что в аэропорту было, что ли? Кого? На кого похож? Настоящий батл с боссом должен быть. Мы уже с ним об этом говорили. Сейчас все зависит от ресторатора. А та хуйня, что была, ну понятно, что это реклама была. Но вы что, неужели? Эй, вы думаете, что я там один с пельменями гоняю? Там у всех реклама была, но только тупой не понял эту хуйню. Так, здорово, короткий. Здорово, тупой. Так. Конечно, сказку в Уфе помню. Shit, man. Сладкий стал. Да не, я не сладкий стал. Просто нельзя жить в Москве и ходить как колхозник. Сладкие — это другие. Сладкие — это пиздец, блядь. Вы бы видели их тут. Я просто чуть модный. Саратову привет. Как поднять бабла, блядь? Одинаковый вопрос всегда. Объясняю. Нужно не быть долбоебом. Главное правило, которое много кто не соблюдает. Да, пост уже проехал. Веселый. Главное без всего веселый. Еду в центр на Садовое. Женишься когда? Женюсь, я думаю, что уже в следующем году женюсь. Из Братска. Братску по-братски привет. Сейчас, ребятки, отключусь ненадолго, а потом снова включусь. Всякие долбоебы, не заходите, пожалуйста.